Во-первых, та информация, которая появилась в СМИ, она сейчас проверяется. Мы отправили письмо вот на этой неделе. Это же только 2 дня назад появилась информация. И мы начали работу с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, потому что у нас есть договоренности. Так, значит, мы будем обсуждать этот вопрос. Да, если российская сторона настроена принимать такое решение, то тогда мы должны будем обсуждать, может, определенный объем. Надо узнать природу происхождения этой инициативы. А потом объем, который мы импортируем с Российской Федерации. Да? 30% и, да, мы знаем, да, конечно. И мы будем вести работу с Российской Федерацией. Пока нет никаких оснований пока беспокоиться, конечно же, мы как отраслевое министерство будем стараться, чтобы таких проблем не было. Это во-первых. Во-вторых, все-таки... То есть первый ваш шаг – это пытаться сохранить те связи, которые... Нет, связи они есть. Те объемы поставок? Объемы поставок в Кыргызстан. Из России? Из Российской Федерации. Угу. Первое. Второе. Теперь смотрите, даже вот эта информация в СМИ, она показала, что нам необходимо производить хотя бы 80-85% яйца собственным производством. А вы что, раньше этого не знали? Нет, подождите, мы же над этим и работаем. Ежегодное увеличение объемов яйца в Кыргызстане – это показатель того, что мы стараемся. Мы идем. У нас растет? Да. Да. Вот теперь смотрите. Для птицеводов. Для птицеводов тоже через проект КПК мы 1 000 000 000 сомов. В прошлом году, когда ситуация с кормами, давайте поддержим. Первое. Когда ситуация с кормами птицеводов и на импортные корма мы убрали, значит, и НДС, мы убрали НДС, и ограничения убрали для того, чтобы в Кыргызстан поступал дешевые корма. То есть вот такого вида поддержки мы ведем. Но мы понимаем, и птицеводы должны понимать, что перспектива в этом направлении большая, и они должны увеличивать свои объемы, то есть поголовье птицы, как мясного направления, так и яичного направления тоже. То есть ваш первый шаг – это пытаться сохранить те объемы, которые уже есть сейчас, и одновременно с этим вы поощряете рост производства. Мы поддерживаем, создаем условия. Для производства. Для увеличения объема производства яйца в Кыргызстане. Ну, увеличение производства быстро не происходит. Конечно. Предположим, что опасения, которые сейчас существуют, подтвердились. Мы остались без 30%. Что будем делать в этом случае? Во-первых, мы будем стараться, чтобы такие проблемы не создались в Кыргызстане, потому что есть государственный орган в сфере сельского хозяйства, это Министерство сельского хозяйства, также есть орган и в Российской Федерации. То есть, в первую очередь, давайте мы сначала с ними отработаем, постараемся минимизировать, если этого не, то есть исключить, если этого не получится, то минимизировать вот эти проблемы, то есть сокращение объемов. Пока эта тема только озвучена. Чем больше мы сейчас будем это... Я не хотел бы, чтобы ажиотаж создавался. Угу. Давайте мы проработаем. Я думаю, к концу этой недели у нас уже будет информация. Тоже расскажете? Конечно. Вы же знаете, я всегда открыт.